Всем привет, Улечки. Я запакована как космонавт. Иду сейчас в торговый центр, чтобы помучить опять своего оператора связи, чтобы они мне ответили на вопрос, какого черта я пополнила баланс, а у меня не работает интернет. Более того, я общалась по вакансии, вернее, собеседовалась на вакансию. Но связь прервалась, потому что Ник пошел на работу, а я сидела на его Wi-Fi, пока у меня подключался. Ну, там обычно должно быть минут 15 пройти, чтобы подключился тариф. Я сидела час на его Wi-Fi, собеседовалась, и только он ушел на работу, у меня кончился Wi-Fi, и, соответственно, собеседование прервалось. И так неудобно получилось, что я даже не могу сообщить девушке, с которой я общалась, что у меня проблемы со связью. Поэтому я сейчас вышла в сторону торгового центра и буду мучить оператора, какого черта не работает связь. Ну вот еще у меня на канале YouTube, конечно, люблю своих зрителей, нежно и трепетно тех, которые комментируют или вносят какую-то конструктивную критику. И веселюсь каждый раз над троллями, которые приходят, чтобы побрызгать ядом. И вот тут тоже тетка какая-то, посмотрев кусок видео, начала критиковать меня. Очень, конечно, меня это веселит. Причем отвечаю ей в корректной форме, а она реально кидается какашками, плюется ядом. В общем, отправила я ее к себе на канал, пусть вяжет дальше и не портят своими гнилыми высказываниями настроение мне, ну и всем остальным, кто читает комментарии. Вот, так что иду разбираться с интернетом, потом выясню, как там поживает девушка, которая меня собеседовала. Вот, на самом деле, не супер я заинтересована в этой вакансии, потому что они что-то там хотят за копейку-канарейку. Я все-таки не готова свой опыт продавать за такие маленькие деньги. Ну и к тому же, ладно бы это был проект-проект, они хотят за 30 тысяч рублей человека full-time заниматься их SMM-ом. Причем, судя по тому, что она у меня спрашивала, они там хотят и стратегию, чтобы им написали, и таргет, чтобы им запускали, ну много всего. Ну посмотрим. Посмотрим, если что-то там дальше выльется, то они будут готовы взять меня на проект, потому что за 30 тысяч рублей работать full-time, ну нет, я не готова. На 30 тысяч рублей даже со своей квартирой, которую тебе не нужно арендовать, невозможно прожить, мне кажется, нигде. Ну, может быть, только если ты какой-нибудь там, не знаю, пенсионер, у тебя есть дотации на оплату квартиры там 50%, или там тебя кормят родители, а ты эти 30 тысяч рублей тратишь на свои какие-то развлекухи, которых у тебя не очень много. Ну, вот при моем образе жизни, с учетом того, что нужно платить и коммуналку, а некоторым людям даже аренду квартиры, ну, 30 тысяч рублей, но это не серьезно, камон, чуваки. Иду сейчас по улице, и очень-очень холодно. На улице 6,5 градусов, очень сильный ветер, влажность. И я прям уже мечтаю, когда приедет мой пухан Зара, чтобы мне было тепло, потому что я надеваю очень много одежды капусты на себя. Но это не сильно помогает, потому что температура, конечно, низкая. И если просто ходить по улице, а не дай бог еще и стоять на улице, то это все можно дубу дать. Вот. Поэтому жду Зару. Зара, приезжай скорее. И я буду счастлива, и мне будет тепло. Что происходит сейчас в кустом. Хотя вокруг дома. И по идее они должны защищать от ветра. Но его колбасит. Колбасит его несчастного очень сильно. Ларчик просто открывался, оказывается. ЛМТ повысил тариф на стоимость моего тарифа на 50 евроцентов.
И в приложении в мобильном об этом не указано. То есть в приложении как и было 3 евро, так и осталось. И когда я пришла, собственно, в офис к оператору, он говорит: ну да, приложение не обновилось, но цена теперь 3,50. Мы пытались пополнить с карты, кэша я с собой не взяла. В общем, 2 раза, связи нет, не может у них терминал съесть мою карточку. Он говорит: налички у вас нет? Я говорю: не забыла. Он говорит: ну тогда я вам подарю 50 евро центов. Я говорю: спасибо, я говорю, я вам занесу. Он такой: ну не надо, не надо, все нормально, это наш косяк. Вот, так что спасибо большое ЛМТ. Меняйте скорее цену в вашем приложении, чтобы никто так не влипал, как я, особенно во время собеседования. Ну а я пойду попробую перезвонить барышне и пообщаться с ней еще раз. А что такое CBD 24%? Это процент CBD. Наркотическое вот это и дребедение? Не, наркотическое это ТГК. Вот тут 0,2. У нас вроде разрешено до 0,3. А вот этот продатумс, это что такое? Это когда было сделано. А, окей. Офигеть. Круто. В Латвии, оказывается, разрешена марихуана в медицинских целях. Я сейчас зашла в магазинчик, в котором это все продается. Причем продается это все, ну, не нужны справки, хотя я могу ошибаться. Я не просила меня продать, может быть, что-нибудь попросили бы, но и что-то даже не спросила. Но вот марихуана в медицинских целях разрешена. Она продается в пакетиках, либо уже свернутыми косичками. Пожалуйста, можно купить. В Латвии запрещены некоторые виды одноразовых электронных сигарет, в отличие от России. В России они разрешены, в Латвии запрещены. Но в Латвии разрешена марихуана. Вот такая вот, казалось бы, непонятная логика. Ну, видимо, для чего-то она есть. Это логика, если покопаться. Ну, а я сейчас иду домой. Наверное, нужно будет гулять с собакой, потому что он сегодня уже 3 раза сходил по-большому в туалет. И наверняка захочет еще, потому что перед выходом в офис оператора сотовой связи он просился со мной, но я его не взяла, потому что в магазины не во все пускают с собакой. Это был бы большой геморрой возвращаться с ним обратно. Или брать сумку-переноску. Не люблю я этого, проще оставить его и потом погулять еще раз. Очень много сил у этой собачки. Так, куда ты хочешь пойти? Я пришла домой, Трамп, естественно, потащил меня на улицу. Надел там 3 капли. И привел меня обратно. Ну ладно. В общем, я сейчас засела, сделала себе романтическую свечу. Она вроде как заявлена, что должна гореть и пахнуть яблоком и корицей. Но она, по-моему, ничем не пахнет. Вот. Сделала себе еще ведро чая с лимоном. И сейчас хочу немножко заняться SEO-оптимизацией своих видосов на YouTube. И потом заняться испанским, потому что сегодня понедельник, завтра вторник, завтра у меня будет урок испанского, и нужно к нему подготовиться. Плюс я еще очень давно не смотрю видосы по скиллбоксу, на которые я подписалась, и нужно этим тоже заняться. Так что сейчас до вечера, пока Ник не вернется с работы, буду заниматься делами, и потом вернусь. У меня какой-то затык, потому что я тут сколько уже месяц, и все время раздавала на свой компьютер со своего телефона интернет, и все нормально работало. Но сегодня какой-то косяк, я не могу ничего подключить. Вроде бы показывает, что подключен ноутбук, но интернета нет. Странно. В общем, сейчас буду пробовать подключить компьютер. Другой, старенький. Выглядит вот так.
И есть к нему еще, вон стоит, монитор. На самом деле, я думала, что это какой-то роутер. Оказывается, это комп. В общем, я айтишник, уровень бог. Сейчас буду пытаться это каким-то образом включить и подключить со своего телефона Wi-Fi, потому что, может быть, проблемы на стороне либо оператора, то есть моего LMT горемычного, либо проблемы на стороне телефона, может быть, что-то там съехало, какие-то настройки, либо проблема на стороне ноута. В общем, сейчас будем разбираться. В общем, пока у меня ничего не получилось, не починить комп, в смысле не подключить интернет, раздачу, но нужно с этим завязать, потому что завтра у меня урок испанского, а я не успела ни подготовиться, ничего. И чтобы завтра я могла как-то заниматься, на урок попасть, потому что с телефона можно, но с телефона это очень неудобно. Так что сейчас буду готовить ужин, потом придет Ник, и я надеюсь, он разберется, как починить вот эту всю историю с отсутствующим Wi-Fi и подключением к интернету. Первая ссадина. Первая ссадина. На Трампа сегодня другой Джек Рассел напал. Да, прям это. Коцнул его, малыш так испугался. Бедняжка. Слава богу, не до крови, так немножечко покоцнул, но не супер сильно. Ну, такая ссадина, она прям не сильная. Нет, ну тут зашивать, конечно, не надо. Господи, слава богу, не в глаз. Угу. Блин, что за придушенство? В общем, по поводу того, что на Трампа напала собака. На самом деле, я была уверена в том, что если собака виляет хвостом, и хозяин радостно подпускает к тебе собаку, то все будет хорошо. И я ни разу в своей жизни не встречала агрессивных Джек Расселов, хотя слухи об этом до меня доходили. Так вот, сегодня мы с Трампом гуляли вокруг дома на поводке. Слава богу, еще что на поводке. И навстречу нам идет Джек Рассел с каким-то парнишкой. Ну, такой, ну, тоже типа там больше 30 лет, чувачок. И Трамп, естественно, в его сторону, в сторону собаки, меня тащит. Вторая собака, значит, тащит в нашу сторону. Я смотрю, типа, хозяин посмотрел мне в глаза. Нормально. Вот. И, собственно, я там сильно не сдвигаюсь со своего места, жду, пока другая собака подойдет. Другая собака тащится к нам, и хозяин ее подпускает к нам. И второй Джек Рассел просто накидывается на Трампа. Трамп взвизгнул и отлетел. Он подпрыгнул, мне кажется, на метр. Он так, я еще ни разу не видела, чтобы он прыгнул. Вот. Подпрыгнул на метр, подбежал сразу ко мне, взяла его за руки, и мы ушли. Вот. Под светом фонаря я посмотрела, что, ну, вроде бы все нормально, видимых каких-то повреждений на собаке нет. Но так вот там опять Джек Рассел, но уже без поводка играет. Там Джек Рассел без поводка. Там Джек Рассел без поводка носится. Надо быть аккуратнее. Ну, не один из тех? Я что, в лицо, что ли, знаю? Я не знаю. Я уже боюсь Джек Рассела. Вот, и, в общем, я взяла его на руки. Он сначала прижался, а потом... А потом начал рваться в бой. Но мы, естественно, уже ушли. И та собака тоже ушла в другом направлении. Я его отпустила. Но он прям взвизгнул. А когда пришли домой, я уже смотрю, что на брови это не вода, а какая-то странная, ну, типа, вмятина, не вмятина. Я стала раздвигать кожу и поняла, что там вот этот вот как-то ссадина. Ну, там крови, видимо, и не идет, но так верхний слой кожи как будто бы стесан. Ну, понятно, что зубами. Я думаю, блин, слава богу, что не глаз и что не до крови. Ну, вот прям... Теперь нужно, наверное, спрашивать голосом, прям без всяких киваний и тому прочее, типа, не агрессивная ли у вас собака, прежде чем идти знакомиться. Я уже подпрыгиваю, глядя на любую собаку. А здесь в Риге их много. Тут практически вечером, ну, если не каждый первый, то каждый второй точно с собакой гуляет. Вот граница Риги. И мы пришли вот оттуда, гуляли. Сегодня вечером. Тут, получается, автомобильная дорога не освещена. Это дорога в Юрмалу. А пешеходно-велосипедно-бегательная освещена. И прям очень хорошо по ней гулять. Хотя я, на самом деле, все-таки сыкло
по поводу гуляния в темноте, и надолго меня не хватило. Мы прошли чуть меньше километра по этой дороге и пошли обратно. Ну так, прикольная дорога из Риги, прямо она совсем новенькая, как будто ее вчера положили. Хороший такой ровный асфальтик. Зашли сейчас в магазин закупиться всякой едой для Трампа, и в том числе я увидела адвент-календарь. Детский адвент-календарь классический, да? Ну, все знают, да, что нужно есть по одной конфетке каждый день, вот они тут пронумерованы, и в Рождество там, Рождество случается, ну, и они тут всякие разные есть. Но самое интересное, здесь есть адвент-календарь для взрослых или тех, кто на диете. Вот он, салями. Колбасой. Календарь для взрослых. Как модная европейца с бумажным пакетом. Почему мы с бумажным пакетом? Просто потому, что он стоит дешевле, чем пластиковый. Пластиковый стоит 0,3 евро, а бумажный побольше 0,25, а поменьше 0,2. Ответ очевиден. Хотя даже в бумажные пакеты я потом складываю мусор и использую, как и пластиковые, по их прямому назначению, для мусорки. Короче, я себе купила кока-колу, которую я никогда не пробовала, с лаймом. Ну и на вкус такое ощущение, как будто в кока-колу просто добавили немножко лимонного сока. В общем, мы сейчас ее будем пить, а потом будем спать. Так что всем хорошего вечерочка.